Здравствуйте, друзья! С вами Светлана и наш канал «Украшения, сказки и рецепты». И сегодня я вам хочу представить материал, который мне принесла моя давняя-давняя приятельница, с которой мы много лет не виделись. Но она увидела переделки и решила, что ей необходимо дать мне свои бусы на усовершенствование, так сказать. Так вот, это очень интересный человек. Я не буду называть возраст, вы ее увидите. Она придерживается мнения о том, что я люблю быть женщиной и я живу женщиной. Это женщина, которая любит украшения. У нее их много. Вот буквально она ушла от меня с целой сумкой украшений. Просто выбрали пока на первый раз, что нужно переделать. Но когда она придет мерить украшения, она обязательно придет их мерить, я буду включать ее встречу именно в идею сказка творчества, о чем я и буду говорить, о чем вот книжка, которую я анонсировала, написана. И мы поговорим о том, какую роль украшения играют в жизни женщины. То есть украшения как где-то даже смысл самовыражение и украшение как настроение. И вот она, как раз Елена, для которой будут переделываться вот эти бусы, может об этом своем самоощущении сказать очень много и интересно. Я думаю, многим из вас это станет интересно, а для многих, может быть, даже очень-очень актуально. Итак, все же вернемся к нашим украшениям. Да? Что она принесла? Она принесла, вот вы видите, ряд бус. Многие из них очень старенькие, практически все старенькие, кроме вот этого браслета. Это новый браслет, но она его хочет переделать. И вот попросила, она начала его переделывать сама, у нее ничего не получилось, и она попросила меня его переделать. Ну, начнем вот с этих бус. Видите, это старые такие бусы. Сердолик здесь, насколько я понимаю. И вот такие ежики, собранные из натуральных и ненатуральных материалов, такие сколы и под жемчуг пластиковые, очевидно, бусинки. Она хочет вот из этих ежиков сделать браслет, не застегивающийся такой на проволоке с памятью, а вот эти сердоликовые бусины выделить и сделать из них отдельное украшение. Все украшения должны быть в районе 55 сантиметров, я имею в виду бусы, да, или колье, и мы будем к этому стремиться. Вот этот камень, я не буду брать на себя смелость говорить, что это такое. Наверное, это что-нибудь типа тонированного агата, но я не знаю, честно, не знаю. Но камни очень красивые. И, естественно, она хочет их переделать, хочет сделать их более актуальными. Они собраны очень традиционно. Им лет 15, она покупала это все в Ессентуках когда-то. И вот эти бусы она практически не носила. И ей нужно также где-то 55 сантиметров. Ну и желательно, чтобы они выглядели более современно, чем есть сейчас. Вот эта баночка, это просто бисер черного цвета. Она на всякий случай его мне отдала, чтобы я могла что-то, может быть, с ним сделать, но вряд ли я буду из него что-то делать. Браслетик. Я уже сказала о том, что это она пыталась сама конструировать некий браслет, но он не очень у нее получился. Также она к нему отдала, может быть, к нему, а может быть, нет, вот такой вот старенький браслетик, с которого можно снять вот эти висюлечки. И мы подумаем, куда это можно тоже деть. Далее, вот эти серьги деревянные. У нее много деревянных украшений, достаточно симпатичных, которые можно здорово носить вместе, даже не переделывая. Но вот эти серьги для нее важны как память. Ей подарила женщина, которой уже теперь нет, родственница, но она бы хотела их просто актуализировать и носить. То есть ей просто здесь нужны швензы и без каких-либо особых фантазий.
Вот эти сережечки лунный камень. Они сделаны вот на таких пусетах, но она хочет, чтобы здесь просто были нормальные швензы, удобные в носке, и сделать из них, ну, носибельные такие вещи. Эти пусеты ей совершенно не нравятся. Ну, это, может быть, даже не стоит какого-то внимания с точки зрения работы. Вот этот интересный комплект из, я так понимаю, авантюринового стекла с темно-темно-синего цвета. У него красивая фурнитура, достаточно, и вот серьги тоже. Но понимаете, в чем здесь проблема? Проблема в том, что почему-то здесь серебристая фурнитура, а пины, на которые надеты вот эти прекрасные бусины, они бронзовые. И здесь то же самое, та же самая проблема и в серьгах. То есть наша задача несколько придать этому прекрасному, на мой взгляд, по цвету и по фурнитуре комплекту более удобоваримый, приятный и актуальный вид. Вот эта тонкая ниточка маленького жемчуга, она сказала, что она его носить не будет, и его можно использовать как материал для того, чтобы применять в других каких-то украшениях. Поэтому вот эта ниточка, понятно, да, что мы ее будем использовать для других украшений. А вот этот жемчуг нам необходимо перебрать. Ну, его нужно очень хорошо помыть, потому что он явно очень долго лежал. Убрать вот эти узелки, через которые собран он, потому что это уже, ну, совсем не актуально, да? И применить к нему вот такие маленькие штучки, которые Елена принесла к этому жемчугу. Она хочет сделать такие вот висюлечки. Вот, кстати, я думаю, что из этого украшения тоже можно что-то взять для того, чтобы использовать вот именно в этом жемчуге какие-то вещи интересные. Дальше есть вот такое интересное украшение. Здесь я не знаю, что это за материал. Я думаю, что это может быть и стекло черное, а может быть это агат. Но это комплект. Есть сережки для этой подвески. Точно такие, только меньше в 3 раза, наверное. Но видите, проблема. Я не знаю, видно вам или нет. Он треснул. Вот этот элемент треснул. И я планирую. У меня есть такие стразики. Сюда приклеить дорожку таких стразиков для того, чтобы придать этому украшению новую жизнь, дать этому украшению новую жизнь. Я думаю, что это вполне даже вероятно, возможно и не очень даже сложно. То, что касается вот этих бус, ей продавали как бирюзу их. Я не знаю точно, что это за материал. Может быть, вы мне подскажете. Может быть, это действительно бирюза. Но судя вот по этим темным вкраплениям и полоскам, похоже. Вот, во всяком случае, несколько бусин. Очень тяжелый, холодный материал. И она хочет на шее облегчить его и сделать, убрать вот эти нитки с узелками и сделать его более, опять-таки, современным и носибельным. Но мы решили, что, кстати, мы решили, что отсюда мы убираем 4 бусины, делаем из них браслет, остальные я пускаю на колье, облегчая как раз шею. И последнее. Последний материал, это похоже на коралл, вроде бы коралл, такие бочонки. И
что нам нужно сделать? Нам нужно также сделать сережки небольшие из них и более современное колье. Елена говорит о том, что она вообще не носит эти вот эти кораллы, потому что они ей не нравятся. Они кажутся ей совершенно устаревшими, что, собственно, оно так и есть, конечно же. И мы будем думать, как сделать из этих бус более современное украшение. Итак, дорогие друзья, нас с вами ждет не только интересная переделка, но и встреча с интересной женщиной, которую мы включим в нашу тему по сказкотерапии, сказкотворчеству, по женскому вопросу. И назовем, наверное, ее так: «Я и мои украшения». То есть роль украшений в жизни женщины. Вот мы будем о чем говорить во время встречи с Еленой, когда она будет мерить эти свои богатства. Итак, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно смотрите наши переделки, если вам, конечно, это интересно. Слушайте сказки и делитесь своими рецептами с нами, если вам интересны наши. Всего вам доброго, красоты, здоровья и удачи. Светлана и наш канал «Украшения, сказки и рецепты».